Продаю и пей. Курите, горите. Есть детей. Продаю и пей. Ну, кому идей? Продаю идеи. Эй! Вадик! Вадик! Здорово! Привет! Здорово! Ты как? Ну как? Ну, кручусь. Крутишься? Ну, а ты как? Да я вот, видишь, все пропил. Одни идеи остались. Ну, какие идеи ты продаешь? Любые. Ты знаешь, у меня одна идея. Как бабки заработать? И такая есть. О, рассказывай. Пойдем. Ну, ну, предлагай. Стеклотара. Ой, мы с тобой 20 лет назад проходили. Ваучеры. Ой, я это слово даже выговорить не могу. Тогда чебуреки. Ага, это мясо, масло, мука, да? А как же? Сейчас люди на хлеб не хватает, а ты чебуреки. Ты еще Макдональдс предложил. Давай, думай, думай. Биржа. Ага, это брокеры, дилеры, дистрибьюлеры, да? А? Ты в этом что-нибудь понимаешь? Ну, пока нет. Я лично знаю только одно, что дилер через поцелуй не передается. Во! Майкл Джексон, можно, да? Хорошо. Ну, гастроли по всей стране. Ага. Сколько у вас это стоит? 1500. Полторы? Две будем брать? Да, если дадут. Осталось только одно – уговорить Майкла Джексона. Ну, остается самое надежное и проверенное. Стеклотара. С тобой все ясно. Да. Ну, давай, думай, думай. Видал? Угу. Люди бабки заколачивают, а мы груши околачиваем. А, вот. О. Можно? Пожалуйста. А? Не, мало. О, папаха. А? Во! Вольно! Может, к этой папахе еще мне полную амуницию подберете? И будет стоять у вас для рекламы? Только за СКВ, понял? За СКВ я и сам постою. Соображай. Берите новейшее средство от облысения. Мада ин за граница. Девиз фирмы — и на камнях растут деревья. Средство от облысения. Средство от облысения. Последняя коробка. Берите. Раньше я гонял по арене на мотоцикле, но годы берут свое, и вот мы на улице. Помогите артистам! Братья и сестры, деревья, новейшее средство от облысения! Берите, прошу, последняя коробка! Я и мой хозяин, ну, дядя Вася, цирковые пенсионеры. Раньше я гонял пальцы на мотоцикле, но годы берут свое. И вот мы на... Работай. Помоги, ну ты что делаешь? Братья и сестры, папаша и мамаша. Давай, Гоша, давай, давай. Ну? Мне стыдно просить вашу трудовую. Вот так. Бравушки, бравушки, Гошенька, молодец. Крутись, крутись, крутись. Ну? Раньше я гонял по арене. Молодец, Гоша, правильно, отбей ее. Помогите артистам. Братья и сестры. Молодец, так, танцуй, танцуй, танцуй. Мне стыдно просить вас. Спасибо, спасибо. Я и мой хозяин, дядя Вася, цирковые. Ну что, Гоша? Раньше я гонял по арене на мотоцикле. Такая жизнь. Годы берут свое.
Спасибо, спасибо. Помогите! Давай шапку, ну. Вот верюга, а. Папаша и мамаша. Это сафари. Дамы и мадам. Мне стыдно просить папу. Это русское сафари. Я и мой хозяин, дядя Вася. Ну что, мы сегодня заработали? Раньше я гонял по арене на мотоцикле. Но годы берут свое. Маловато. И вот по науке. Помогите! Понял. Пошли, Гоша. Пошли, поняли. Пошли, пошли. Дядя Вася, дядя Вася! Эй! Дядя Вася! Дядя Вася! Дядя Вася! Дядя Вася! Дело есть! Какое дело? Коллега не пьет. Ты что, больной, что ли? А? Ну, за успех нашего дела. А какое дело-то? А дело наше простое. Да. Бизнес. Называется «Русское сафари». Ага. Ну, тяпнем по второй. Гоша! Гоша, закуси. Аппетит хороший. Ну, русское это я понимаю. А вот это... Сара... Фара? Не Сара Фари, а Сафари. Это перевод с африканского. Русская охота для иностранцев. Нагребем огромной лопатой кучу конвертируемой валюты. Зеленый, понял? Это хорошо. СКВ. СКВ. Вот. Зеленые. Паша, хочешь зеленый? Так выпьем за вышесказанное. Охот на кого, а? Но на кого в России охотятся? Ясное дело, на медведя. Ну и хорошо, правильно. На какого медведя? Я тебе дам медведя. Попробуй только тронь. Живодеры. Какие же живодеры, а? Это Иван. Очень приятно. Это больной. А это племянница Машуня. Очень приятно. Очень приятно. Машенька, никто не собирается вашего медведя убивать. Да. Нам нужен живой медведь. Ну, многоразовый. Многоразовый, потому что если мы медведя ухлопаем, наш бизнес лопнет. А ты знаешь, что мой медведь артист? Знаю. А ты знаешь, что он, что мы с ним 10 лет в цирке выступали? Ну, знаю. Знаем. Видал? Медведь на мотоцикле. О, ну так. Да что ты им объясняешь? Ну, что ты им объясняешь? Это ж прохвосты, хищники. Алкаши. Я больной, Гоша, алкаши. Пойдем, Гоша. Нечего тебе тут с ними сидеть. Ну, дядя Вась, в общем, не мне решать, не Маше, а Гоше. Так, у меня с ней будет конфиденциальный разговор. Пойдёша, идем. Машенька, мы не хищники, а наоборот спонсоры. Да. Через наш бизнес спонсируем ваше благосостояние. Чего-чего? Ну, на жизнь вам заработаем. Мы же видели, на вашего старого Гошу никто уже не клюет. В шапке пусто. А если мы подружимся, так сафари нас и накормит, и напоит, и даже оденет, как от Кардена. Да! Понятно? Да, как от Кардена. Да, лучше. Чем с вами дружить, лучше голой ходить. Так вам, Маша, может быть, так и лучше. Ой, извините, пожалуйста. Ничего, я привык. Вот дает, а! Бежим! О,
Процесс пошел. А дядя Вася жук? Да, жучок. Я как сказал ему про зеленый, у него сразу глазки заблестели. А Маша хороша. Да, хороша Маша, да не ваша. Ты куда она денется? Ну, тоже с характером. Сразу раз по морде. Ну и правильно. Потому что девушка любит животных, а вот ты любишь деньги. Я не деньги люблю, а то, что на них можно купить. Да? Да. Вывернулся. Вывернулся. Ну ладно, Машу я нейтрализую. Как бы она тебя самого нейтрализовала? Запомни, бабы и бизнес – понятия несовместимые. Ага. Короче, с чего мы начнем? Ну, медведь у нас есть. Ну, раз. Место для сафари. Ну, есть у меня одно на примете. Два. Ну, а клиенты? Да, клиенты весь серьезные. А где их взять? Да. Во! Реклама, двигатель торговли. Коллегоша, как мы раньше жили? Мы жили хорошо. Вернее, плохо. При этом разница в социализме. А сейчас мы идем к этому, к светлому будущему капитализма. Ну, правильно я тебе говорю? Рыночная экономика. Сообразил? Конечно, риск есть. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. А мы с тобой будем пить шампанское. Это я буду пить шампанское, а ты будешь все свеженько с рынка получать. На гастроли в Париж поедем, Нью-Йорк, Рим и Крым. А? Потом к тете Дусе в Анапу съездим. Не жить, а малина. Понял. Договорились. Сафари по-русски. Да, возьми. Что, опять строительство? Сафари по-русски. Да, я знаю. Здесь бросаете. Так, что вы здесь делаете? Что бросаете? Чего я бросаю? Тут самому хоть бросайся. Я документы потерял. Ценные. Ваня! Не клюет! Не клюет? Ага, и листовки кончились. Ну а почему листовки кончились? Они тяжелые. Значит, мало взял. Тяжелые. Вань, я есть хочу. Все хотят. На обед ты еще не заработал. А чем ты там хрустишь-то? Да ничем я не хрущу. Это у тебя просто аппарат барахлит. Давай, в общем, работай и докладывай с каждой точки. Понял? Шагай. Большой театр. Метрополь. Так. Метрополь. Площадь революции. Площадь революции. Интурист. Интурист. Молоток. Ну, правда, ты все в одном месте крутишься. А они же иностранцы и в других местах бывают. Ну, пошел! Thank you.
ну что, клюнуло? Нет, я устал, тебе тяжело. Понятно. Ну, я понимаю, что тебе тяжело. Но я ведь тоже здесь, между прочим, не без дела лежу. То есть сижу. Ты где находишься-то? Я у России. А. Ладно, двигайся, знаешь, куда? К центру, по Тверской. Понял? Алло, ну что, клюнуло? Нет. А ты где? На Бресте. Около Континенталя? А? Не пускают. Не пускают. Ну и правильно делают. Вот сейчас я добреюсь, подъеду и покажу тебе, как надо делать рекламу. Понял? Жди. Борьба за элементы. Я есть Европейское общество защиты животных. No safari. Yes. No safari. Yes. Yes. Yes, мадам. Ну что, больше клиентов не было? Не было. И мне тоже не звонят. Но чует мое сердце, скоро клюнет. Смотри. Охотнички. Ну. Кажется, клюнула. Клюнула. На ловца и зверь бежит. За мной! Мы приехать другой охота. Стрелять пиф-паф. Это как вам будет угодно. И пиф-паф, и как дикий зверь. Welcome. К нам, девочки, вы свободны. Спасибо большое. Эти девчонки такие милые, но... Поиски? О, вы есть нас встречать? Вас, именно вас. Вы есть фирма Рос Бизнес Охота? Да, охота есть наш бизнес. It's him. My boss не понимает, почему это есть фирма Russian Safari. Нас пригласит фирма Рос Бизнес Охота. Чернобыль. А у них радиоактивные медведи из Чернобыля. No, Чернобыль, no. Good, нехорошо, нехорошо, no. У нас. But here they have absolutely clean. Yes. Короче. Okay. Yes. Okay. Please. Bye-bye. До завтра. Мы за вами заедем. Bye-bye. Up tomorrow. Goodbye. Эй, мужик. А, ты двух американцев не видал? Американцев? И таких с чемоданами? Да. С патронташами? Да. С портупеями? Ну да.
Нет, не видал. Куда же они делись-то? Вот черт их знает. Вот бабу видишь в очках? Да. Очень интересуется охотой, рекомендую. Спасибо, мужик. А это вы? Я. I'd hate you. I'd hate all of you. Bloody hunters. Bastards. Monsters. No. Помогите! Bloody hunters. I'd hate you. Monsters. No. Он клюнул. Я же говорил, обязательно клюнет. Значит, завтра в 12 часов прием в нашем офисе. Дядя Вась, роль осилишь? Обижаешь. Я 30 лет на манеже. А Машенька секретарша. Я к вам не нанималась. Маш, ну, Маш, ну, дело-то общее, ну. Да какое это дело, дядь Вась? Это афера одна сплошная. Ну, кончай. Я вам душу не отдам. Ну, Маш, ну, кончай. Ну ты что, я не понимаю. В общем, все задачи, дядь Вась, на завтра определены. Эй, 12 часов приводит клиента в офис. Есть в офис. Договорились. Машенька, до свидания. Машенька, до свидания. До свидания. Какой офис? Ну, есть у меня один на примете. Ну, пошли. Санэпидемстанция! Срочная обработка по случаю вспышки офигеномонного трахобинкулеза! Офис опечатывается до завтра! Офиген трахокулез? Никогда не слышал. Твое счастье, страшная болячка. Полная потеря ногтей, зубов, волос и потенции. Привет, привет! Стой, 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 стой! Так. Опа! Прошу. Прошу. А это вам на чай с сахаром. Так, прошу. Thank you. Hello. Смотрел? Оп. Эй! Ты чё? Very, very рад. Good morning. Hello. Hello. Присаживайтесь. Please. Thank you. Well. Well. А, кофе. Традиционный русский напиток, бразильский кофе. Traditional Russian drink coffee. Ну? А это Машенька. Это что, я сол? Почему не есть сахар? Ну, хлеб, соль. А, это русский обычай. Встречать гостей хлебом и солью. А мы по-современному. Кофе и соль. О, спасибо. Это очень интересные традиции. Но мы есть хотеть говорить дело. А, да-да, yeah. Время, деньги. Машенька, мы как-нибудь без вас обойдемся. Ну, сэры? Goodbye. Значит так, сэры. Так, проживание в сафари-отель. 100 долларов. В сутки? Ну, конечно, в сутки. Плюс день приезда, день отъезда. Итого
$300. С персоны. Естественно, с одной персоны. One person. С двоих 600. Это значит проживание. А еще будет питание, выпивание, телевизор, холодильник, сауна, бассейн, солнце, воздух и вода. Дальше в лес больше дров. О, дрова, то есть дерево. Деревянные рубли. Какие деревянные? Деньги будут исключительно конвертируемые. О, in dollars. Да, еще поиски медведя, лицензия на отстрел, оплата егерям и загонщикам, стоимость боеприпасов. Шкура. Да-да, шкура медведя, плюс право на выделку, плюс разрешение таможни на вывоз. No, еще рано, как это говорится по-русски, делить шкуру неубитый медведь. Будет убито, если, конечно, будет контракт на сумму, и того, 10 180 долларов. И 17 центов. О, excuse me, и 17 центов. $10,000. Yes. Хорошо. Окей. Тогда разрешите получить аванс. $5,000. Наличными. Here. Извините. Но денежки счет любят. Все окей. Ну что же, тяпнем. Вернее, поднимем тост. He proposes a toast. За успех нашего дела. To the success of our mutual business. Yeah. Традиция. Прошу. Компаньон. Our companion does not drink. Ну. Ну, за вами заедут. And now they will drive us home. А сейчас общий goodbye. Goodbye. Bye-bye. Эй, проводи гостей. Go home. Шутка. Un momento. Руки! Алло! А, моя доля? Твоя доля будет после дела. Что командуешь, а, командир хренов? Раскомандовался, кому какую долю, кому пить, кому не пить. По какому праву? А ты что, забыл, что с тобой было, когда ты надирался? Чего? В театре. В театре большом? Да. На сцену влез, щелкунчика хотел станцевать. А в трамвае? Трамвай хотел угнать в Стокгольм. Ну, а у роддома что орал? Я не орал, это фольклор. Бабы, бабы, не рожайте, пока цены не понизят. Ха-ха, значит, помнишь. Ну, давай выпьем за это. Я не пьющий. Эй! Чего? Есть идея. Какая идея? Завтра едем в охотничье хозяйство. Какое хозяйство? Да так. Есть одно. На примете. О! Пансионат для ветеранов. Поменяем. Как? Замаскируем. Ага. Пошли. Ванюшка, здравствуй, Катя. Здравствуй, мой хороший. Здравствуй. А это тетя Катя, она в этом заведении царь и бог. Да так вот, что ли? Бери выше, сестра хозяйка. А это мой приятель, эй. Здрасте. Ребят, пошли в дом, закусим, чего бог послал. А что, водчика есть? Когда надо дело обмозговать. Смотри, это кто тут? Ведь наши ветераны живут здесь. Заменить? Как их заменишь? Замаскируем. Ага. Ванюш. Ты что затеял-то? Да ничего особенного. Ничего особенного. В общем, завтра будем встречать дорогих гостей. Дорогих. Сделаем. Ну как, а? Хорошо. А на чем мы будем возить иностранцев? Ну как на чем? На такси. На такси. За зеленые на такси. Ну, значит, на леваке.
Нет, это мы подмочим репутации фирмы. Ну, предлагай. Есть идея? Нет. Нет и еще раз нет. У нас сроки, у нас очередь, люди ждут месяц. Но мы ждать не можем. Все могут, а вы не можете. Нам надо срочно расписаться. Это брат невесты. Моя сестра не сегодня, завтра родит. На карту поставлена честь семьи. Где же вы раньше-то были? Где был, сказать не имею права. Вдали от родины. Без права переписки. Вопросов нет. Подавайте заявление. На завтра. На завтра. Но только чтоб все как у людей. Цветы, музыка, шампанское, машина. Будет вам и чайка, будет Мендельсон. Нет. Ну, чайка это прошлый век. Нам что-нибудь посовременнее. Мерседес. Вольво. Опель, БМВ. Годится. Но дорого. А у меня нет сдачи. А у меня нет мелочи. Нет проблем. Машину можете взять сейчас. Спасибо. Следующий. Между прочим, если бы у меня на самом деле была сестра, я бы тебя убил бы. Между прочим, если у тебя на самом деле была бы сестра, я бы женился. Да? Нужны мне такие родственнички. Значит, повезло. Я абсолютно не... Слушай, ты хозяин? Я хозяин. Есть работа на завтра. Работа так работа. Значит так, голыша снять, ленты тоже, сам свободен, нужна только машина. Че раскомандовался? Командир, что ли? Ну тогда командуй. Охотничье хозяйство. О, а это главный егерь, наша тетя Катя. Как часы? Хлеб, соль, гости дорогие. О, Russian woman, пиф-паф, Russian медведь. Нет проблем. Горящую избу войдет, а медведь для нее вообще раз плюнуть. Хлеб, соль, прошу вас. Кто это? А это наши загонщики егеря, несмотря на возраст, сутками гоняют зверя. Прошу в дом. Это ваш отец. О, наши американские друзья. Прошу. Близ, близ, сэры. Thank you. Посмотрел? Давай.
Я ж главный специалист по медведям! Так что вот здесь наш дом. Здесь мы живем. Собираемся на охоту. Да-да. Вот. О, медведь, медведь! Я же говорил, у нас их здесь навалом. Скорее! Пиф-паф, пиф-паф! Нет, нет, у нас сначала по смете, что тетя Катя... Банкет? Этот маленький бокал, но с большим чувством я поднимаю за наших американских друзей, за верную руку и зоркий глаз. Друг индейцев! Ну, при чем тут индейцы? Indians? What's about American Indians? Индейцы здесь ни при чем. Я говорю за зоркий глаз и верную руку охотника. Правильно! За вышесказанное! Ура! А теперь сюрприз! Сюрприз! Раз, два, три! О, Russian Woman! Вот это да! На здоровьечко. Женщины все свободны. Не свободны. Женщины гуляют в нашем коллективе. Родная. Что? Ваша Вумен. Садитесь, садитесь. Эй, эй! Russian Woman! Прекрати тролливали с клиентом. Я, может, с ним в Америку махну. Да он женат. Разведу. Глухаря на брудершафт. Yes! Yes! Yes. Мы тоже drink брудершафт. Mm-hmm. Тетя Катя, запивай нашу. Сейчас. Так новой жизни, к новой жизни. Вперед из песни. Вода. Наш русский бизнес, славный бизнес. Господь не выдаст, Бог подаст. А теперь танцы. А чем танцевать? Нужно ходить искать медведь. Ха, а чё ходить-то? Хочешь, я медведя сейчас сюда приведу? What? Шутка. Встали! Так. Все идем смотреть место охоты. Стоп. Объясняю ситуацию. Загонщики поднимают медведя и гонят его сюда. Гоша понес харчи с банкета. Пошел след зверя брать. Дальше. Медведь бежит через поляну. Вы стреляете 30 секунд, 5 выстрелов. Попали, не попали. Шатдаун. Попадет. Нет, нет. Я вам попаду. I love you. Тихо, тихо, медведя разбудите. А где медведь? Тут неподалеку. Спи. Все идем. Так, лес. Пройдемте. Сейчас кто его покажу. Тут у нас... Будем! Тут у нас есть много деревьев, и они вкусные.
На руку. А то горка. Машенька. Well, сэр. Please, please, сэр. Природа. Russian природа. Good. А? Берегите природу, мать вашу. Окей. Где есть медведь? Где-нибудь здесь затаился. Пи. Что? В общем, будет вам петель. Да. А это еще что? Сантехник наш Витек, как надерется, так ночует на природе. А. Обгоняя безумие ветров хмельных, моих мыслей шарили. Скакуны вы мои, скакуны! Для чего ж вы меня довели? Это снежный человек. Сноумен. Да, это снежный человек. Зовут Витек, живет где угодно. Витек из Хизне. Питается чем попало. Да, иди, иди отсюда, иди отсюда. Тебя снежная баба заждалась. Пошел! Сенсейшн. Это сенсация. Нет. Ловите, хватайте, дайте им! Дайте им, хватайте! Пошел! Все нормально, сэры! Он красную книгу записан, я гоняюсь с государством! Эй, иди сюда! Значит, я пошел доводить до кондиции клиентов, так. А ты иди следи за дядей Васей. Понял? Понял? Действуй! Я понял, понял. Все нормально, сэры! Не спится, Гош? И мне. Раньше спал, как убитый, а теперь хоть убей, не сплю. На, дорогой. Ты уж прости, что я тебя вязал в эту сафари. Ну скажи, кому мы нужны? Кому? Ты старый медведь, я старый дрессировщик. Да никому, кроме этого сафари. На, на, дорогой, на. Ну чего, заработаем? Я тебе новую клетку куплю, костюм, мотоцикл за СКВ справим. Все будет окей. На, дорогой. На. Угу. Ну, спи, спи. Все нормально. Башка трещит со вчерашнего. Бр. Ничего, стреляемся, надерешься, сам голову потеряешь. О, тетя Катя, как часы? Тетя Катя, буди и утепляй клиентов. Да. Ладно. О! О! Дядя Вася! Это наш косолапый. Спит еще. Ага, и не подозревает, какую гадость вы ему готовите. Машенька, ну какую гадость? После вчерашнего клиенту не то, что в медведя, они ногой в штаны не попадут. О! Нечего поправиться. Ну, дай ему. Дай. На. Ха! Ура! Куда? Good morning, сэры! Ну как? Окей? Окей! Клиенты не дозрели. Что же, охота отменяется? Надо их доводить до кондиции. М? Сауна. Верно. Тетя Катя, пар погорячее, наркоз покрепче. Есть! О! Прошу! Ну как? Мы не понимаем, почему мы ходить баня, а не ходить стрелять медведь. Обычай? Охотничий народный обычай. Да. Для того, чтобы завалить медведя, надо, чтобы медведь не почувствовал человечего духа. Потому и моемся. В чистом теле чистый дух. Ванюшка! Ванюшка! Excuse me. Так, ну, раздеваемся. Раздеваемся. Take off your clothes. Чего? Машка нам бы медведя увезла. Черт, вот дуреха. Делаем так. До моего возвращения, ну? Парь и пои клиентов.
Горючего хватит? Ну, ты обижаешь. Ну, давай, действуй. Давай. Спокойно. Успокойся, Гошенька, домой едем. Прошу. А где же наш хозяин? Хозяин весь вышел, теперь хозяин я. Оп! Хлеб, соль, гости дорогие, прошу, прошу. Вот сейчас за нашим умом мы тяпнем по первенькой, тяпнем. На здоровье. Эй, ты же не пьющий. Я не закусывающий. Выпили. Не отдам я тебя этим американцам. Спокойно, Гоша. Ишь, американцы. Тут у меня Америка. О, сафари им захотелось. Фиг им, Гоша, а не сафари. Вот так. Гоша, где здесь поворот, а? Так, так, ага. Ну! Ну ладно. Гош, подожди, Гош. Мы заблудились, по-моему. А ну здорово! А что с этим? Ну ты правильно поступил, конечно. Все верно. Ой, молодые люди! Все верно. Скажите, пожалуйста, как проехать на Москву? Только через наш столик. Ага, да нет, это мне. Скажите, там поворот. Цены договорные! Я вас умоляю. Нарисуйте на бумажке, а? Сейчас, народ, сейчас нарисуем. Вот сейчас пойдешь прямо, там будет киоск, за киоском будет белая березка. Вот сюда подойди. А за березочкой будет направление как раз на Москву. Еще немножечко там. Ой, стойте! Он же вас съест! Кто съест? Ой, запустите, остановите его! Он же его заломает! Пап-парадай, ла-та-дай! А я вам сейчас все объясню! Сейчас я вам все... Берри Сафари! Мы не понимаем, почему нет ни хорошей русской сафари, ни прекрасной русской женщин. Сафари бу-бу-бу сделана так, женщина бу-бу подана, потом мужеское отделение вход бабам категорически воспрещен! Эй, где наша не пропадала? Дядя Боша! Дядя Боша! Дядя Боша! Она всех подходит! Дядя Боша! А похмелка? Похмелка! Мы сами его ищем. Вася! Я тут! Ну, нажрай. Куда делся? О, ты
чего? Ты чего это? Поехали. Куда? Прямо. Понял. Да ничего ты не понял. У меня баба BMW угнала. Твой? Чужой. Ворованный. Да нет, в аренду взял. А в BMW медведь 130 килограмм. Твой? Чужой. Ворованный. Да нет, в аренду взял. А баба говорит, что я убийца и живодер, хочу этого медведя убить. Ну, а баба-то твоя? Да нет, чужая. Тоже, что ли, в аренду взял? Да нет, ну, понимаешь, ты ни черта не понимаешь, жаль, гони! Нет, ну, я не вырубаю. Постой, БМВ чужая? Да. Медведь чужой? Ну? И баба чужая? Да. Ну, так а чего мы за ними гоняемся тогда? Ну, бизнес! Коммерция! Поворачивай направо, давай, прижимай! Иди, зачем тебе надо? Какой медведь? Стой. Какая машина? Вот моя машина. Вот, это что твои... тебе надо? Отнимай. Маша, где БМВ? Где машина? Он украл. Что тебе надо? Кто украл чего? Что тебе надо? Толстый, где машина? Автомобили, ах, автомобили, дляй, заполонили. Где машина? Где БМВ? 300 рублей, 500 рублей, 600 рублей, 700 рублей, 300 рублей. Где машина? Где она? 600! Амаретто? Амаретто. Недорого. Ключи от Запорожца. 5000 рублей. Ну? Ключи от Запорожца, только туда и обратно. Только туда и обратно. Давай. Только туда и обратно. Поехали. Поехали. Машка, не грусти, сейчас догоним. Разорили. Эх, Запорожец, король дорог. 10829 рублей. О, я поднимаю тост за мир во всем мире, за полное запрещение термоядерного оружия и ракет, земля, земля, воздух, воздух, вода, вода, водка, водка. О, блядь, мои раны! Эй, смотри, 67-й Куба, 72-й Эфиопия. 75-й Вьетнам. Вы воевать весь мир. Вы есть наемный солдат удача. Если бы не удача, он бы меня на этих гастролях насмерть сожрал. Кто сожрал? Как кто? Медведь. Эй, Сафар. Мы не понимать, почему мы не идем стрелять в медведь. А хрен его знает! Ой, натворила же я. Да уж, натворила это точно. Надо служить старших-то. Кошенька, где же ты теперь? Ну, не расстраивайся. Ванечка! Да найдется твой Гоша. Это же не иголка. Это же цельный медведь. Да, это не иголка. Это целый медведь. Эй, чего там? Где он? Вот там? Поехали!
почему не начинается Russian Safari? Есть тут охотники? Мы охотники. Есть тут загонщики? Я загонщики! Ты загонщик? Да! Что-то я тебя не признал. Ты что, из Америки приехал? Да! Это мы из Америки приехали. Эй, Славерика! Медведь все слышит. Ложись. За мной. Тихо, 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 тихо. Так, прицелились по медведю все. Пли! Так, я его сам сейчас рогатил. Один, один, один. Да я ее голыми руками возьму! О, видал? А? Ложись! Вот вам, Russian Wave! Завтра сафари. И клянусь тебе, все будет нормально. Договорились? Окей. Договорились. Окей. Ну что, привез? А куда я денусь-то? Ух ты! Ну, у меня клиенты тоже созрели. В общем, завтра сафари. Окей, давай. Дядь Вася! Здорово, здорово! Здорово! Машенька! Значит, действуем так. Дядя Вася залегает с медведем на том конце поляны. Машенька! Машенька, ты на другом. Медведя спускаете, когда я махну этим флажком. Понял, дядя Вася? Понял. Главное, чтобы он побежал прямо к Маше. А куда же ему еще бежать-то? А чтобы не было никаких неожиданностей. А вот проколов... и я. О, тетя Катя, вооружена до зубов. Принесла? А горючее-то есть? А как же? Одно? Ну, обижаешь. А, ну все. Дядь Вася, утепляем клиентов. Так. И с Богом. Давай, давай. Давай. Ой, тяжело. И пошел. Урони! Morning. Morning. Morning, что morning? Morning, даже очень good. Почему такой неудобный костюм? Традиция. Мы изготовы охота. Охота пуще неволи. Yeah. Наша фирма, Russian Safari, тоже к охоте готова. Yeah. А вот и загонщики. Дядя Вася на исходную позицию, есть. Машенька тоже. Главный егерь, прошу согласно традиции. По стакану. No! Кто хочет? Russian водка. Я что ли хочу? Он что ли хочет? Нет. Нет! Ну, традиция. Какая традиция? Священная? Охотничья? Когда у вас в Штатах ваш гимн играет, вы же встаете? Of course, встаем. Yes. Не мы придумали традиции, не нам их нарушать. Прошу за успех сафари. No! Прошу. Please. До дна. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Окей. Ну ладно, поправься. Ты, Гоша, запоминай. Как только я тебя спущу, ты побежишь вон туда, через поляну. Ты понял? Гоша, ты прямо ко мне, Гошенька, беги. И ничего не бойся.
Вон, они уже его гонят. Вон, видите, следы когтей. Он от зимней голодухи кору жрет. О, тихо, тихо, тихо. Сильный медведь. Да уж, не слабый. Он медведицу ищет. Медведицу. А, да. Страшная сила. Да, сила. Тихо. Тетя Катя предлагает выпить. Фу. За любовь. Тетя Катя, пожалуйста, drink for love. О, Раша, любовь. Прошу вас. Осторожно, едите. До дна. Да здравствует любовь! Огурчик! Вы тоже огурчик. Ну что ж, прошу на линию огня. Плиз! Плиз! Well. Боженька. Я боюсь, как бы пальба не испугала бы. Да не спугнет. Может, уши заткнем? Да не надо никаких ушей. Ну, располагайтесь. Располагайтесь. Ждем сигнала. Да. Ну? Ну? Водка! Ну, босс хочет пить водка за удачу охота. О, соображает! Прошу! Хорошо! Хорошо! Чрезмерная доза лекарства уже яд. Да? Слушай, Маш, нравится мне Иван. А что это ты мне об этом говоришь-то? Потому что ему по душе. Да ладно, не фантазируй. А я и фантазирую, я вижу. Глаза мне он наглый. Он так тебе и ест, и ест. Ага, как ты, тетя Катя, так и ешь, так да и ешь. Ладно, ладно, ну, оттуда сюда. Как договорились? Маша, даю сигнал. Побежишь вон на то место. Только бы Иван не забыл дать холостые. Ой, ты чего? Даю сигнал. Не забудь снять намордник. Хорошо, беги. Господи. Время. Давай. Вот ваши 5 патронов. No. Нам не нужен ваш патрон. У нас есть свой американский патрон. Посмейте, вы должны стрелять нашими патронами. Да. Не волноваться. Деньги брать себе. Нам чужого не надо. Да, это вы в Америке можете стрелять своими патронами, а здесь вы должны стрелять нашими патронами. Да. Не волноваться. Отличные качества. The best American quality. Нет, 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 нет. Тогда может все отмениться. Иван, что, что? Уна моменту, уна моменту. Ай, моменту. Что, очумел? Пусть стреляют своими. Это ты очумел. Они же Гошу угробят. А что делать? Охоту отменять нельзя. Они же бабки отберут. А мне плевать на бабки. А мне плевать на твою бубу. Чё? А то бизнес на бабу променял, а? Ты чё думаешь, что я не понимаю, что все из-за Машки? Чё? Что? Компаньоном бить, да? Потерпи, потерпи, Гошенька. Ёлки-баталки, чего они там уснули-то? Конечно, есть у них там что налить? А мы хоть концы отдавай. А? Вот, ворот хвалит! Вот тебе за Машку! Вот тебе за бабку! Вот тебе за водку! Куда? Стой! Стой, говорю, не разошелся-то! Чёрт лохматый! Не стреляй! Ой, как говорю! Вот у меня ложочком! Вот твои дубленые стреляли! Гоша, давай я тебя отстегну. Давай дуй вот туда, что есть силы. Давай, давай, ну!
Эх, забыл намордник снять. Эх. Не стрелять! Не стрелять! Почему не стрелять? У нас есть контракт. Контракт отменяется! Возьмите ваши мани! Нам не нужны мани. Мы хотим стрелять, медведь. Что? Да! Ну, Боня! Я же сказал не стрелять! Боня! Не стрелять! Не стрелять! С ума сошел, да? Совсем спятил? Отвалите его! Розни рынул! Это же американцы! Почти все. Остальное заработаю, верну. Уны моменту! Медведь был? Yes! И вы стреляли? Yes! Видимо, промахнулись? Yes! Значит, претензий нет? Ну. А гонорар наш? Yes! Визит Юса. Мой босс считает, вы показать нам настоящий бизнес по-русски. Yes! Мы приглашать вас, Америка, показывать бизнес американский. Окей! Гоша, нас с тобой в Америку пригласили! Родной ты мой, родной! Я ж тебе говорил, что мы на этом сафари озолотимся! Вернее, озеленимся, Гоша! Кто есть это придумать? Вон! Да мы оба это придумали. Да. Смешалось все в российском доме старом. Повсюду беспредел и ералаш. На рынке, именуемом базаром, все купишь.
купишь, если только все продашь, так новой жизни, к новой жизни. Вперед из песней, господа, наш русский бизнес, славный бизнес, Господь не выдаст, Бог подаст. Хоть наши нивы глазом не обжаришь, Бог знает, что мы пьем и что едим, но наше слово гордое, товарищ, сменили мы название, господин, так новой жизни, к новой жизни. Вперед из песней, господа, наш русский бизнес, славный бизнес, Господь не выдаст, Бог подаст. И кто бы что бы делать и не пытался, ему своя досталась в жизни роль. Кто был ничем, ничем, тот и остался, а кто был всем, тот и теперь король. Так новой жизни, к новой жизни, вперед из песней, господа, наш русский бизнес, славный бизнес, Господь не выдаст, Бог подаст. Так новой жизни, к новой жизни, вперед из песней, господа, наш русский бизнес, Russian бизнес, Господь не выдаст, Бог подаст.